До прямой линии президента России осталось чуть более суток. На протяжении нескольких часов Владимир Путин будет отвечать на актуальные вопросы россиян. На улицах города мы спросили наринмарцев, какие темы, на их взгляд, сегодня актуальны и требуют ответа от главы государства. Когда, например, с Украиной у нас наладятся отношения? Мне это очень хочется. Вроде там знакомые тоже есть. А знаете чего? Не знаешь, как общаться с ними. Да, цены бы подешевле, конечно, были, поразумнее, это уж больно дорогие. На 20 тысяч не проживешь. Насчет трудоустройства молодого поколения. Когда дороги сделают, ездить, ходить невозможно. С коляской не пройти вообще нигде. Машины везде ездят, брызгают. Куча ям, дыр. Напомню, прямая линия президента Владимира Путина стартует 16 апреля в 12 часов. Задать свой вопрос можно по телефону горячей линии 8 800 240 40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Также можно послать смс и ммс на номер 0 40 40.